بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья мусульмане и сестры мусульманки мы сегодня с вами переходим на восьмой хадис этот хадис тоже очень важен для каждого мусульманина этот хадис передает Ибн Умар, сын Умара, ради Аллаху анху, второго халифа, и говорит, что поистине Аллах, субхана, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, давайте прочитаем оригинал этого хадиса. «Каля умирту ан укатил ан-наса, хатта яшхаду алла илляха илляллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах, ва юкиму ссалах, ва юту ззаках». فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى Этот хадис передает имам Бухари и имам Муслим. То есть в обеих сборниках этот хадис есть. Немножко они отличаются в своих как бы, словах, но смысл один и тот же. И поэтому этот хадис, по единогласному мнению ученых, является достоверным хадисом. Достоверным хадисом. Давайте переведем этот хадис. Смысл этого хадиса звучит таким образом. Ибн Умар, сын Умара, ради Аллаху анху, передает, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Было велено мне сражаться с людьми до тех пор, пока они не сосвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, субхана ва тааля». Также должны засвидетельствовать, что Мухаммад является посланником Аллаха, субхана ва тааля. Кроме этого, пока они не начнут читать пятикратную молитву и пока не будут выплачивать закят. То есть, если они эти три вещи будут делать, то поистине они сохранили от меня свое имущество и свою кровь. Свое имущество кроме. Кроме по праву ислама. Кроме по праву ислама. Ихний расчет у Аллаха, субхана ва тааля. Это примерно перевод этого хадиса. Иншаллах, начнем разбирать этот хадис. Изначально, посмотрите, говорится Ибн Умар, во-первых. Говорится Ибн Умар. Ибн Умар – это сын Умара. Опять-таки, это означает на прозвище. Не только можно брать прозвище Абу, то есть отец такого-то или мать такого-то, но и можно брать прозвище сын такого-то, сын такого-то. И все, в основном, все называли Абдуллу не по имени Абдулла, а называли Ибн Умар, сыном Умара. И он был известен этим прозвищем, поэтому разрешается. Кроме этого, мы с вами раньше говорили, что некоторые брали такие же прозвища, как Ибн Раджаб, допустим, сын Раджаба, да? То есть разрешается, если человек становится известным таким-то прозвищем, но с условием, что это прозвище не должно означать какой-то плохой смысл. Плохой смысл, потому что все прозвища, все имена, в которых есть плохой смысл, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их менял на хороший смысл. Итак, он говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, велено мне. То есть, что, кто именно повелел? Если говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, велено мне, это значит, что, естественно, ему приказал Аллах, субхана ва тааля. То есть, он не сказал, мне Аллах, субхана ва тааля, приказал. Он сказал, велено мне. То есть, это указывает на то, что именно Аллах ему приказал. Потому что никто, кроме Аллаха, субхана ва тааля, пророку Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не может повелеть что-то сделать, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Значит, кроме этого, он сказал, умирту ан укатиля, то есть, велено мне было сражаться с людьми. Именно посмотрите, в арабском языке употреблено слово каталя. Это означает сражаться, но ни в коем случае не означает убивать. Потому что слово каталя и с алифом идет, и есть без алифа, каталя просто, есть каталя, есть каталя. Это два разных слова. Первый переводится как «сражаться», второй переводится как «убивать». Поэтому обратите внимание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Мне не было велено убивать», он сказал, «Мне было велено, приказано именно сражаться». И употребил именно это слово. Почему? Потому что можно сражаться с народом, можно сражаться с одним человеком, но это не означает, что его можно убить или нужно убить в этом сражении. Можно сражаться, можно и не убить, не обязательно убивать его, если ты сражаешься с ним. Например, как в хадисе пророка Мухаммад саллям, когда говорит, если ты хочешь прочитать намаз, то поставь перед собой сутру, да? Что-нибудь такое, чтобы никто не мог перейти
через твой намаз, чтобы никто не смог испортить твой намаз. И если кто-то будет переходить между тобой и между этим вещем, который ты поставил, это сутра называется, то есть между сутрой и между тобой, если кто-то будет переходить, то, говорит, не давайте ему переходить. Запретите ему, остановите его рукой таким образом, чтобы он не прошел. Но если он дальше будет стараться переходить, даже после того, как ты его останавливаешь, то говорит, что употребил именно это слово, то сражайтесь с ним. Смотрите, говорит, то сражайтесь с ним. Именно это слово употребил. Поэтому слово «сражайтесь» здесь с ним, потому что поистине он – это сатана в облике человека, который хочет тебе помешать и так далее, и так далее. В этом случае употребляется слово «сражаться», явно указывает на то, что это не означает «убить». То есть можно с ним сражаться, это не означает, что его можно, этого человека, убить. Этого человека убить. И слова пророка, что это шайтан в облике человека, это не означает, что сам именно Иблис появился. Нет, шайтан, который выполняет действия, которые делает именно помощники Иблиса. Да будет проклятие над ним. Кроме этого, мне было сражаться с ними, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха. Что такое нет божества, кроме Аллаха? Мы с вами говорили, что некоторые его переводят, что нет божества, ля иляха илляллах, то есть нет божества, кроме Аллаха. На самом деле это неправильный перевод, мы объясняли почему. Потому что нет божества, если говорить кроме Аллаха, получается, как будто мы отвергаем все божества, которые есть и которые люди поклоняются. Нет, на самом деле есть божество, и этих божеств очень много, которые люди поклоняются, кроме единого Бога. Поэтому мы говорим, нет божества или нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Именно достойного поклонения. Потому что все те божества, которые люди поклоняются, кроме единого Аллаха Субхану ва Тааля, они недостойны поклонения. Они сделали своими руками божество и поклоняются тому, чему они сотворили своими руками, или же своим разумом, или же своей логикой. Некоторые сделали своими руками деревьев, например, или там какие-то камни, или там какие-то там картинки, рисуют эти картинки, потом считают это святыми, поклоняются. Некоторые считают мертвых, да, своим божеством, например. Они поклоняются мертвым, просят у мертвых. Это все является божествами. Поэтому нужно правильно выражаться, правильно понимать слова. Нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха Субхану ва Тааля. То есть народ пока не засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха. Кроме единого Аллаха Субхану ва Тааля, который достоин поклонения, пророку саллаллаху алейхи ва саллям разрешено с ними сражаться. С ними разрешается сражаться. Обратите внимание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда призывал именно арабские племена, ему не надо было объяснять смысл этих слов. Почему? Потому что в то время арабы понимали полностью смысл этих слов. Полностью понимали смысл этих слов. Поэтому и никто в то время не спрашивал, что значит «ля иляха илляллах», что значит засвидетельство, что нет божества, кроме единого Аллаха. Никто не спрашивал. И поэтому и многие из них воевали против пророка, потому что они не хотели говорить эти слова, а потому что ясно понимали, к чему эти слова призывают. То есть, если ты скажешь эти слова, ты обязан уже оставить все свои божества, которым ты поклоняешься, которые недостойны никакого поклонения, ты обязан это оставить. Поэтому они не хотели принимать, а были среди них, которые принимали сразу, которые понимали этот смысл слов правильным образом, и сердца Аллаха Субхану ва Тааля их Аллах Субхану ва Тааля наставил на эти пути, они принимали. Но среди них были, которые не принимали, кроме как, что выходили против. Убивали посланцев, посланника, который посланник пророка, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлял своих посланцев для того, чтобы им объяснять религию и призывать к религии, они убивали этих посланцев. Убивали этих посланцев, поэтому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приходилось потом мстить за своих сподвижников. Теперь, свидетельствовать «ля иляха илляллах». Хватает ли это одно слово, вот это засвидетельство и все, потом что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает себе уже воевать с этими людьми, или же запрещается ему их имущество, их деньги, их имущество, их кровь. Хватает ли просто засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха? Нет, конечно. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, они должны засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонение, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, но еще после этого должны засвидетельствовать, что Мухаммад является посланником Аллаха. Почему? Потому что они не смогут
они не смогут вести исламский образ жизни без подчинения пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Обязательно должны принять, что пророк и посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является посланником. Для чего это принимать? Для того, чтобы знать правильно поклоняться Аллаху субхана ва тааля. Только через познание, через подчинение, то есть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, можно правильно познать Аллаха субхана ва тааля и правильно поклоняться ему. То есть выполнять все действия, все поклонения, все виды поклонений правильным образом. Только через подчинение Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. После этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, этого недостаточно. То есть если человек просто скажет «Ля иляха илля Мухаммаду расулла», допустим, да, что он принял Аллаха субхана ва тааля единого и также принял, что Мухаммад пророком является, посланником является. Достаточно ли этого? Достаточно ли этого? Нет, конечно. Если было бы достаточно, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь остановился бы. То не сказал бы еще, что нужно обязательно выстаивать 5 молитв в день. То есть 5-кратный намаз нужно читать. Если бы это не было бы обязательным, пророк саллаллаху алейхи ва саллям остановился бы здесь. Но нет, он сказал, нет, обязательно должны прочитать, принять, во-первых, принять, что 5-кратный намаз является столпом ислама, потом должны они выстаивать это, а если не будут они выстаивать это, или же не будут принимать они это, то все равно разрешается их кровь. Кроме этого, нужно здесь добавить, даже это самое важное, так скажем, которое вначале забыли сказать, что этот хадис очень важный именно для правителей, но не простых людей. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, являлся правителем своего народа. Именно ему велено, именно правителям велено сражаться с другими народами, до тех пор, пока они не засвидетельствуют вот эти вещи. Именно им. А простым людям никак, они простые люди никак не могут практиковать этот хадис. Не может же человек сказать, я опираюсь на этот хадис и пойду сейчас буду сражаться везде, на улице, убивать людей и буду призывать их к религии, если они не будут как бы принимать свидетельство или не будут принимать намазы и так далее, я их буду убивать. Никто не имеет права практиковать этот хадис на себя. Этот хадис есть правила, которые должны использовать именно правители. Посмотрите, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был правителем, во-первых. Во-вторых, когда это было? После того, как он переселился в Медину. До Медины, до переселения, если вы помните, слабые были мусульмане, очень были слабые. Их мучили за то, что они просто говорили, что Аллах един. Их мучили за это, из-за этого. Поэтому им пришлось переселиться, когда уже вся Медина стала исламской, все уже приняли ислам, и все мусульмане, уже у них мощь стала очень сильная, да? То есть у них появилась сила, что они могли защищать любое время себя, и количество их уже увеличилось. Только после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал это. То есть это является доказательством того, что этот хадис может практиковать именно правители, именно те правители, которые придерживаются Корана и Сунны. То есть что? Правят по шариату. Они, если правят по шариату, они должны после этого уже смотреть, мусульмане являются ли сейчас сильными или слабыми, могут ли они себя защищать, могут ли они в любое время пойти по приказу правителя, например, в какую-то страну, которая отвергает ислам или же убивает посланцев этой страны, которая их призывает к религии. Если они убивают этих посланцев, которые приходят к ним, их призывают к религии, то в таких случаях этот правитель уже что? Собирает свое войско и потом уже идет к этому народу, который отвергает Аллаха субхана ва тааля, отвергает религию Аллаха. Только правители, но больше никто. Именно правители. И еще доказательством служит после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этим хадисом именно основывался Абу Бакр, ради Аллаха, который был вторым правителем после пророка. Вторым халифом считался после пророка. А из 4 халифов он считался первым правителем. Из 4 халифов, которые после него были 3, да, еще Абу Бакр, Умар, Осман и Али. Это 4 халифа. Если сравнивать с ними, то Абу Бакр был первым. А если сравнивать после пророка, то он был вторым правителем после пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Посмотрите, он именно основывался на этот хадис, когда хотел сражаться именно с теми людьми, которые отвергали
платить закят, выплачивать закят. Они не хотели платить. Они говорили, что мы платили во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а после его смерти мы не будем платить это, выплачивать закят, который выплачивается в казну, и с этой казны потом эти деньги уже раздаются неимущим или же тем направлением, которым нуждается эта страна мусульманская. И они отвергли это, не захотели платить закят. И что Абу Бакр сказал? «Поистине я буду сражаться с ними до тех пор, пока они не начнут заново выплачивать закят». Тогда Умар, радыяллаху анху, подошел к нему и сказал: «Как ты можешь с ними сражаться? Поистине они засвидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, и кроме Аллаха, субхану ва таля, достойного поклонения, и Мухаммад является посланником Аллаха». И Абу Бакр что ответил ему? Абу Бакр ответил ему: «Да, они засвидетельствовали, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же не сказал, то есть не остановился только на этих словах. Он сказал, что поистине, пока они не начнут выстаивать молитву, также пока они не будут выплачивать закяты, то будем сражаться. Если они это будут делать, выполнять все это, то тогда уже запрещается мне ихняя кровь и запрещается мне ихнее имущество и так далее. Но кроме права, которое существует в исламе. А какое именно право? То есть, несмотря на то, что человек, который принял ислам, выплачивает, например, закят, читает пятикратную молитву, несмотря на это, есть моменты, когда становится его кровь и его имущество разрешенным. В каких случаях? Если уже человек знает, что закят, он уже ислам принял, намаз читает, и знает, что закят, например, уже является столпом ислама и фардом, то есть обязательным вещью, которую нужно выплачивать. И он находится уже под подчинением мусульманских правителей. В таких случаях он уже не имеет права отказываться. Если он откажется, то разрешается его кровь, несмотря на то, что он мусульманин. Разрешается его кровь. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кроме по праву ислама. То есть ислам разрешает проливать кровь того человека, который, даже если он принял ислам, но отказывает выплачивать закят, то можно с ними сражаться. И Абу Бакр, поэтому, основываясь на этот хадис, сказал, что я буду с ними сражаться. И это является доказательством. И они, закят, который является правом ислама, они отвергают. И Умар, радыяллаху анху, который на первый взгляд, как бы казалось бы, что он начал, да, против Абу Бакра, то есть что? То его мнение было против мнения Абу Бакра, то есть он не был согласен с Абу Бакром, но потом что? Согласился и потом сказал: поистине я понял, что Аллах субхану ва таля открыл сердце Абу Бакру, и он был прав в своем действии. Он был прав в своем действии, что он что? Практиковал именно хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, таким образом. Теперь, человек, который не читает намаз, если он принимает свидетельство и не хочет прочитать намаз, тоже ислам разрешает его кровь. Или его убивают в некоторых мусульманских странах, если он не захочет читать, если он отвергает. Или его держат в тюрьме до тех пор, пока он не начнет читать. То есть, видите, несмотря на то, что человек в исламе, у него кровь или его имущество разрешается только по праву. Поэтому и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: только по праву ислама. Кроме этого, закят, тот, кто отвергает между или делает различие между закятом и намазом. На самом деле это разногласие среди ученых, но нужно знать, что намаз и закят – это один уровень. И намаз является столпом ислама, и закят тоже является столпом ислама. Тот, кто отвергает намаз, его ислам недействительный. Тот, кто отвергает закят, его ислам недействительный. Поэтому в Коране постоянно что? Намаз и закят постоянно идут вместе. Постоянно. Если Аллах субхану ва таля приказывает читать намаз, он говорит и сразу после этого говорит, что «ва атау зякя», то есть что обязательно нужно давать закят. Кроме того, что человек, который не хочет читать намаз или не хочет выстаивать пятикратную молитву, очень много аятов в Коране, которые указывают на то, что этот человек, с ним можно сражаться, и его даже большинство хамбалитского мазгаба считает, что его ислам не является недействительным. Например, где в аяте говорится: «Фа ин табу,
فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. То есть, если они засвидетельствовали, начали читать намаз, начали давать закят, то тогда, говорит, не сражайтесь с ними. Это явный аят, явное доказательство из Корана. Также в другом аяте говорится: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَةَ وَآتَوُ الزَّكَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Если они сделали тауба, то есть покаялись в том, что они совершали, приняли ислам, засвидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, засвидетельствовали, что Мухаммад является посланником Аллаха, после этого начали выстаивать молитвы и начали выплачивать свои закяты, только тогда они являются вашими братьями по религии. То есть только тогда они являются вашими братьями по религии. Посмотрите, «фаихванукум» употребляется в Коране. Слово «ихванукум» — это «братья». То есть братья по вашей религии. То есть если они не сделают эти вещи, не выстаивают молитву, не выплачивают закят, то разрешается с ними сражаться, или же как считать их как неверными, или же разрешается с ними сражаться так, как они, например, грешные мусульмане. То есть если даже взять какое-то первое мнение ученых, что тот, кто оставляет молитву, является грешным мусульманином, в любом случае разрешается против него сражаться. Если даже придерживаться второго мнения ученых, которые говорят, что он неверный, да, тот человек, который оставляет намаз, считается неверным, его ислам недействительный, все равно разрешается против него сражаться. Будь он мусульманин, будь он не мусульманин, он разрешается против него сражаться. Аллах Субхану ва Тааля разрешил в Коране. И он поставил именно те правила. Посмотрите еще раз. Если будут они выстаивать молитву, и если они будут выплачивать закят, то тогда, говорит, остановитесь от них. То тогда, говорит, не воюйте против них, не трогайте их, не вредите им. А если они этого не делают, то твое право их наказывать. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что это только имеет право делать именно правитель. Именно правитель мусульман только имеет заниматься этими вещами. Теперь, человек, который от страха своего во время сражения принимает ислам, или вообще человек, который принимает сражение, имеем ли право мы критиковать их или рассуждать и говорить о них, что они вот принимают ислам не искренне, они из-за того, что они испугались смерти, испугались меча и так далее, из-за этого только приняли ислам. Это ошибочное мнение, ни в коем случае нельзя придерживаться этого мнения, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приказал нам судить только внешне. Если же человек сказал «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах», все. Он засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, все, он стал мусульманином. И искренне, но он это сказал, или не искренне, это не наше дело, это дело Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не имеем права это заходить в сердца людей, как было, например, Усама ибн Зейд, когда он что, сражался, и когда только хотел убить, тот сказал «Ля илляха илляллах». И он все равно, подумав, что он из-за страха сказал, он убил его. И когда дошло это известие до пророка, салям, сказал: «Поистине, ты знал ли, что у него находится в сердце? Сможешь ли ты зайти в его сердце, посмотреть, искренне он это сделал или из-за страха?» Поэтому нам не велено, не приказано смотреть, заходить в сердца людей. Нам велено только судить по внешним деяниям. Сказал он, все, он стал мусульманином. И запрещается его уже убивать. Естественно, если это не война или не сражение, то в таких случаях, если человек принимает ислам, надо ему обязательно объяснить, что Аллах Субхану Тааля обязал его пятикратной молитвой. Надо ему объяснить, что если у него будет возможность выплачивать закят, он должен выплачивать закят и так далее. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хисабум аля Аллахи тааля», их не расчет у Аллаха. Если искренне приняли или не искренне приняли, это не наше дело. Даже если не искренне приняли, то в любом случае расчет у Аллаха Субхану Тааля. Не мы их рассчитываем, Аллах Субхану Тааля будет рассчитывать. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в конце хадиса сказал: «Хисабум аля Аллахи тааля», то есть их не расчет только у Аллаха Субхану Тааля. Итак, мы закончили с вами 8-й хадис, иншаллах. Со следующей передачи, иншаллах, начнем уже 9-й хадис. Благодарю вас, баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.